Десятки новосибирцев решили сдать кровь в Международный день донора. Передвижной пункт работал сегодня на площади Ленина. Людей не остановила даже плохая погода. Я услышала в новостях, что осуществляется прием крови на площади Ленина. Ну, собралась, несмотря на погоду. И пошла, потому что тем более у меня отрицательная группа крови. Она как бы нужна. Поэтому пошла, решила сдать. Сделай доброе дело. Передвижной пункт обычно работает по заявкам больниц. Сегодня планировали взять кровь у сотни человек, однако участников акции оказалось меньше, чем обычно. Впрочем, и такого количества жизненно важного материала достаточно для производства препаратов крови и переливания пациентам новосибирских больниц. Ну, на данный момент, благодаря нашим донорам, активна вот такая позиция. У нас мы обеспечиваем город Новосибирск и Новосибирскую область кровью. Ну, естественно, не хватает у нас отрицательных, это 4-я, 3-я, 2-я, ну, так как их намного меньше, чем положительных. Но вообще вот город мы обеспечиваем на данный момент. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!